Всем привет! С вами Мила, и мы продолжаем играть в Ведьмака. Так. И побежали сразу же по заданиям. Как говорится, не откладывая в долгий ящик. Пойдем с Кармен поговорим. Блин, это нам обратно храмовый квартал получается, да? Ну ладно, храмовый так храмовый. Надо, в общем, разобраться с ее парнем. Что там, как там? Что с ним надо сделать? Все правильно. Такс, 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 такс. Согласия не давал. Надеюсь, сейчас, сегодня не будет ничего вылетать. А то в прошлый раз это была какая-то жесть. Так, и не забывать почаще сохраняться, потому что если я не Что буду мы должны сохраняться, есть там? будет полная же. Так. Ничегошеньки не Ну вижу. почему здесь нет Я оставила телепортов, белье сушить. быстрого перемещения? Здесь вроде бы, конечно, расстояние не как в третьем Ведьмаке, но все же. Время-то тратится, пока ты бегаешь туда-сюда. Так, надо, значит, ей дать собачью петрушку, пусть, короче, ему рубашку шьет. Наверное, не знаю. Ладно. Надо больше Сейчас придем, экономить. поговорим, Кстати, как разберемся. трудно с едой. Толк с тобой говорить. Не к добру это. Что это? Может и так. Дурацкая игра. Я в такие игры не играю. Так, вот она, Кармен. Больно? Здорово. Приветствую. Вижу, тебе удалось остаться в живых. Иерофант раскрыл мне тайну лечения от ликантропии. Но мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Пусть лучше остается оборотнем. Ну и Будем дура. надеяться, твоя верность не станет ему приговором. А чё так? Зачем? Остается только ждать, может, удастся выяснить, кто такой этот оборотень. В смысле ждать? В смысле? А чё ждать-то? Ну ладно, ждать так ждать. Чё, пойдем тогда кирпичников спасать? Что Других это? вариантов я пока что не вижу. Ну, если мы их быстро спасем, там заодно и архиспоры поищем. Вот эти цветочки, так сказать. Большие и страшные. Чудо как-то я думал, дам ей петрушки, она сошьет рубашку и все такое Мне слишком прочее. мало платят за такую Что-то работу. темнит, Кармен, что-то темнеет. Наверное, это какой-то известный чувак нам. Раз она не говорит, кто это. Что? Может, я тебе не нравлюсь? Проклятие в горле пересохло. Так, здорово, чувак, давай. Вези меня. Время. Готов. Так, хорошо. Идем спасать кирпичников. Там я в прошлый раз, когда бегала, видела куча народу, их обступила. Наконец-то дождь. Но я думаю, мы с ними справимся. Я надеюсь на это. Так, что-то я как-то неправильно иду, что ли?
Ну вот. Сейчас на Кикимор нарвусь. И они меня отоварят. Отстань. Отстань, противный. Можно я не хочу? Можно я не хочу с тобой драться? Отвали, противная. Ой, как вас тут много. Ой, напугали. Не-не-не, ребятки. Я на вас время тратить даже не хочу. Отстаньте. Отстаньте. Блин, нет. Походу придется с ними драться. Ну ладно, ладно, все. Что вы сразу-то? Стоп, надо вот этот меч. Ой, нет, нет, не этот меч. Серебряный меч. Добей ты уже их. Я не поняла, ты почему серебряный не достал-то? Да доставай ты уже его. Вот так-то лучше. Так. Сохраняться почаще, не забываем. Да, вот таким образом. Так, что-то я куда-то не туда пошла, что ли, или туда? Что-то я потерялась. Ну, я сейчас правильно иду, неправильно? Вроде бы правильно. Угу. Давайте тут сохранимся, потому что знаю, сейчас как налетят, так здесь мне нужен метеоритной стали. Так, кто обижает милых кирпичников? А ну иди ты сюда. Пожалеешь о том, некогда родился. Да вы пожалеете о том, некогда родились. Ну, а ребятки-то сильные. Но нас это не испугает. Когда нас пугали сильные ребятки? Все, мне нужно поговорить с кирпичниками, которых я освободил. Замечательно. И заставочка пошла. Ведьмак, как раз вовремя. Я всегда вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда засуха. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них фисштех, как я понимаю. Есть несколько групп, одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками. Да. Честолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам. Угу. Так. Сейчас мы тут все соберем. Кого поубивали. Сундук. О, здесь книжка какая-то, которую мы уже читали. Печалька. Печалька. Так, ладно, нам в пещеру. Окей. Пойдем в пещеру. Эй, кирпичник, я хочу с тобой для красоты. Ну ладно. Как-нибудь превьюшечку сделаем. Как-нибудь уж ее заделаем. Так. Значит, нам в пещеру. Ну окей. Пещеру так пещеру. Ну, сейчас повылазят. Вот это мне вообще не нужно. Вылазение вашего. Что за трупик там валяется? Эй, отвалите. Дайте мне трупик обобрать. Эй, он что, не обирается? Сейчас я вас как
стукну своим ведьмачьим мечом. Достань его. Фу, эти пиявки, которые взрываются. Ой, это как в третьем Ведьмаке, такой был тоже противный парень, гнилец, он тоже взрывался. Вообще такая противная вещь. Когда он взрывается, он это забирает с собой жизнь и отравляет еще к тому же. Так, надо что-нибудь съесть. Съедим ягодку. Чё-то как-то он не ягодку достал. Я вообще-то нажимала на ягодку. Ой, плавуны достали. Подождите, где пещера-то? Я ее пропустила, что ли? Не в ту сторону пошла. А, о. А, вот эта пещера, что ли? Так мы в ней были же уже. Так, тут трупак уже какой-то валяется. Интересно. Сохранимся. Это уже наученная горьким опытом. Я, по-моему, была в этой пещере. Если я не ошибаюсь. Ну да. Вы обалдели? Что-то вас много здесь, ребят. Так, надо сразу из метеоритной стали взять. На помощь! Ты перешел мне дорогу и умрешь. Да, ты перешел мне дорогу и ты умрешь. Ты это правильно сказал. Да убей ты уже его. Следующий. Кто на очереди? Сдохни, ублюдок! Это ты сейчас про себя говорил, да? Ты пожалеешь о том дне, когда родился. О, Геральт блокирует, стал мне нужно поговорить с кирпичами, которых я освободил. Опять? Что это было? Мы спасены! Наконец-то! Тебя верно послали владыки. Я пришел сам. Вы свободны. Вы слышали это, мужики? Мы идем домой. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Они держали нас в лагере. Есть еще несколько таких групп, как наша. Одна из них должна быть возле старой просеки. Спасибо за помощь. Подождите, я не в ту пещеру пошла, что ли? Что-то я запуталась. Ладно, сейчас разберемся. Так, ладно. Допустим. Я в такие игры не играю. Я тоже. Подожди, в какие игры, мальчик? Уточни. Какие игры ты не играешь? Я не играю во всякие там... В какие игры я не играю? В неинтересные я не играю. Я играю только в интересные игры. А ты, пацан, в какие игры играешь? Так, и чё мне куда? Так мне не сюда получается, что ли? А, мне назад? Ну ладно. Вот это место мне нравится для превьюшки. Прямо супер. Или не это. Либо вот это вот место мне тоже нравится. Свет хорошо падает. Прямо супер падает свет. Стань нормально. Вот. Только без надписи выход из пещеры. Вот так вот. Так, значит, нам другую еще пещеру. Получается, в каждой пещере у них есть вот эти вот группы, которые на них работали. Я правильно поняла? А, вон там. О, птичка, смотрите, вы видели эту птичку? Там сундук какой-то. А я этот сундук уже оббирала или не оббирала? Нет, смотрите-ка. Ну, блин. Не хватает места. Места нет вообще. С местом вообще такая проблема.
В этом ведьмаке с местом большая проблема. О, еще одна группа, смотрите. Ща мы им надаем по щам. Опять я забываю про свой арт. Свой любимый арт. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Вот так, ребятки. Арт рулит. Арт рулит. Чуваки, вы не с тем связались. А еще я себе броньку-то крутую прикуплю за 5000, вам вообще конец. Не злите ведьмака. Ведьмак в ярости. Ты еще живой. Ну-ка уйди. Так, хорошо. Че, эти тоже будут со мной разговаривать? Хм. Слава владыкам, наш спаситель! Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Давай. Что вы знаете о саламандрах и о том, что они делают на болотах? Они обосновались в старом лагере нелюдей. Их там много-много. Тебе нужна будет армия, чтобы выкурить их оттуда. Входить в лагерь — это самоубийство. Да, ну... Спасибо, я это запомню. Да, ну, самоубийство. Ну, чё ты прямо... Самоубийство, понимаешь ли? Так... Блин, вообще места нету. Чё делать-то? Чё делать-то? Собачье сало. Места нету вообще. Давайте сохранимся. Так, и что нам дальше? Дом Васки. Нам в дом Васки надо? Ну-ка, давайте глянем. Мне нужно поговорить с Ваской. Ну хорошо, с Ваской так с Ваской. С Лаской. А чё мне армия? Я и сама справлюсь без армии. У меня вон какой меч суперский. Практически без потерь я всех убиваю. А если еще меч наточу, так вообще на раз-два всех буду убивать. Недооценивайте вы ведьмака. Да ну отстаньте. Несерьезно это. Плавуны. Мне сейчас не до плавунов. Вообще не до вас. Отстаньте. Мне кваски надо. Наконец-то дождь. А, вот она. Так здорово, что дождь. Здорово. В чем дело? Слушай, ты можешь мне что-нибудь купить? Для начала. Так, купи ты у меня сало, в конце концов. И гусиный жир тоже. А еще что ты можешь купить? Солдатский самогон. Замечательно. Риданская травяная. Тоже супер. Вы земский чемпион. Забирай. Так, еду я тебе не буду продавать. Баклерская белая тоже забирай. Нет, молоко не буду. Метинская розовая забирай. Ну и все, в принципе, да? Чё? Я освободил всех кирпичников. Они рассказали мне о базе Саламандр. Благодарю тебя, Белый Волк. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи Иерофанта в роще. Ну, я с ним уже встречалась. Мне ведомо, что друиды следят за саламандрами. Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше тебя наградить. Ты обретешь самое дорогое, что у нас есть. Броню давай. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу общину. С этого дня и впредь ты можешь погружаться в священную воду болот и радоваться. Я польщен. Честь, ибо
Ибо кто более велик, чем водные владыки? Ой, Геральт, ну ты подлиза, а? Мне уже поговорить с Сиерофантом из круга друидов. Задание выполнено. Время жатвы. Ну окей. Я должен поговорить с Сиерофантом в круге друидов. Новое задание. Дипломатия и охота. Заблудший отша. У меня не будет возможности найти ребенка. Почему? В смысле? А тот пацан не тот пацан был, а? В пещере который. Подождите. Я не хочу проваливать задание. Вот там в пещере, по-моему, пацан был, да? Если я не ошибаюсь. Подождите. Мальчишка, вот не этот ли? Пацан, это ты? Иди сюда. Точно, смотрите, это он! Посланец владык помог мне подняться с колен, стряхнул с меня цепи и заставил их исчезнуть. Эй, парень, ты что, пропавший сын кирпичника? Ну, я точно. Я сидел на дальних берегах, плакал и вспоминал свою родину. Значит, ни друиды, ни дриады тебя не похищали. Благословен тот, кто поднимает меч на врагов моих. Не за что. А теперь беги домой. Фу, слава богу. Кто стоит выше владык? Отлично. Я поеду дальше. Поеду. У нас вообще-то... Должен сказать, вас кинадина мальчики. А-ха-ха. Вон оно чё. Вовремя я одумалась. Ну, как-то не хочется задания какие-то проваливать. Хочется все идеально сделать. Потому что перепроходить я эту группу не собираюсь. Так, сейчас мы в лагере лесорубов. Сейчас там разберемся быстренько с теми чуваками. И потом кваски. И потом кваски. Так. Сундучок. Сундучок. Так, сейчас вот с этими разберемся. Сохранимся. Давайте все сразу на меня. Мне так проще со всеми сразу разобраться. Ты перешёл мне дорогу, умрёшь. Смотрите, он стал уклоняться. Ведьмак стал уклоняться. Ловкость. Подкачали немножечко, и он стал уклоняться. Ты пожалеешь о том, смотрите, они вообще практически меня не задевают. А я их только так рублю. Да убей ты уже его. Так, сейчас заставочка будет, надо ее быстренько пропустить. А как ее пропустить, можно? Это мы уже знаем. Так, все замечательно. Сейчас мы тут возьмем. Блин. А каждый раз, смотрите, разные няшки. Прикольно. Блин. Сушеные фрукты. Угу. Блин. Места вообще нету. Что мы можем выкинуть? Это все продать можем. Брошь саламандры. Вот куда ее девать? Вообще не знаю. Кремень я нафиг выброшу, наверное. Зачем мне лишний кремень? Так. Да нет, не то. Где? Ага. Так, а эти где? Ага, вот здесь. Ну ладно, сушеные фрукты, хрен с ними. Так, сохраняемся, идем к Васке, да? Угу. Идем к Ласке. Ну все, и пацана спасли. И кирпичников спасли. И вообще мы красавцы.
А вот эти архиспоры что-то я так и не встречала. Может быть, по дороге. Где-то они вот тут были, нет? А, вот здесь где-то, по-моему. Хижина на острове. Ну-ка, ну-ка. Хижина на острове. Вот так не надо идти. Где-то там, помнится, были эти цветы. Но я не знаю, есть ли они сейчас. Сейчас там. Архиспоры. Фиг знает. Где этот домик этого людоеда-то был? Отстань ты, противная. Травит, зараза. Эй, откуда вы взяли? Куда она побежала? Испугалась, что ли? Ну ты трусишка. Или пошла звать своих друзей, товарищей? Что вас много, ребят? Еще травят, смотрите. Да убей уже ты ее. Блин, а каким я мечом-то дерусь? Ну, конечно. Думаю, что такое? Почему так долго бью? Ой, сейчас меня грохнут. Блин, ребятки, подождите. Нельзя так делать. Нельзя вообще так делать. Что вы какие-то агрессивные хомячки. Что-то вот эта виверна какая-то... Ой, кикимора какая-то сильная попалась. Так, я опять забываю про знакарт. И отбегай! Все-таки задел, да? Зараза такой. Задел. Так, надо что-то съесть с рачником. Так. Ладно, сохранимся. Где же этот домик-то? Я шла-шла. Так, мне вот сюда чуть-чуть, да? Где этот домик-то? А, вон туда. Там, помнится, были эти деревья. Только я сейчас какая-то невосстановленная. Меня эти деревца могут убить. Легко. Легко и просто. Чё, нету? Это как-то не очень. Где мне эти архиспоры-то искать тогда? Если их здесь нету. Они здесь были же? Ну, одна-то точно была. Это я... Может, они по ночам выходят? Да нет, нет. Они и днем были, помню. Чё это было? Чё за звук? А чё там наш людоед? Мы можем его убить? Раз мы раньше этого не сделали. Давайте глянем. Попроведуем его, так сказать. О, здесь так и живет, смотрите. Ты... Так, пока. Понятно. Ты стареешь. Кто стареет? Я не старею. Ведьмаки не стареют. Так, давайте съедим. Что мы там подобрали-то? Ай, черника. Где мне эти... архиспоры искать, фиг знает. Ну ладно, пойдем обратно. К Васке идем, в общем, сообщать, что мы такие молодцы, все сделали.
пусть она нас награждает. На помощь! Чё-то тут кикиморы лазят, ребят. Дурацкая игра. Какая? Ведьмак? Нет, Ведьмак не дурацкая игра. Нам нужно побольше дождя. Что это было? Чё? Так, это мы уже слышали. Я нашел пропавшего ребенка. Я нашел пропавшего ребенка. Благодарю тебя, Белый Волк. Ты спас того, кто говорит с владыками. Да ладно. С ним трудно договориться. И было сказано... Тот, кто понимает язык владык, одинок будет даже в толпе, ибо мысли их подобны глубоким водам. То есть он всегда такой был? Сын утопший, он возглавит тех, кто ступают по пути богов, и приведет их в подводное царство. Был рад помочь. В чем дело? Так, давайте ей продадим. О, смотрите, мы яйцо Виверны можем ей продать. На. Яйцо Виверны-то хорошо, этот тоже забирай. Новый уровень получили, круто. Гусиный жир тоже забирай. Сейчас мы ей все вино, все продадим. А то как-то... Подосвободим хоть немножко себе. Рюкзак. Забирай. 3500 у нас уже нормально. Осталось 1500, и я куплю себе броню. Это круто. Так, продолжаем разговор. Чё? Я благодарю тебя. Так, это мы слушали. Думаю... Хорошо. Время сжато. Мы сделали, все мы сделали. Да, мы молодцы. Теперь мы должны идти к Иерофанту. Круг друидов, да, я правильно понимаю? Что у нас с заданиями? С основными. Ага, это основное как раз задание, да? А вот это вот, не знаю, необычные зубы для дантистов. Показывает на карте. На карте не показывает вообще. Вообще не показывает. Почему? Непонятно. Так, ладно, посмотрим. Что у нас еще? Эхо минувших дней. Эйвин попросил меня рассказать. Заскать его воинов в Изимской канализации. Ну вот когда будем в Изиме, там тогда это. А пока мы на болотах, пойдем к друидам. Мы до них дойдем и на этом серию закончу. Потому что это уже будет слишком долго, наверное. Новое задание. Это все-таки основная линия. А значит, она будет достаточно длинной. Нам надо будет там, наверное, с кем-то драться опять. Зачем нам это надо? Нам это не надо. Мы это сделаем в следующей серии. У нас еще есть тут неизвестные растения, кстати. Кстати. Так, что мы можем съесть такого? Давайте чернику сожрем. Не, ребят, не хочу я с вами драться. Отстаньте. Кстати, новый уровень, мне бы костер. Распределить бы таланты свои. Где тут поблизости костер? Вот здесь, да? Пойдемте костер. К костру. Отстаньте, ребятки, отстаньте, я к костру иду. Мне вообще не к вам. Живите себе дальше в своих болотах. А я к костру иду. Ой, что-то здесь куча всех. Куча, толпа. Толпа куч. Ху-ху-ху. Кто это такие? Это кто такие? Подождите. Вы обалдели? Ого. Как с удара снесла их. Ого, нормалек. Забавно, а что-то я их с удара-то снесла. Интересно. Ну, это хорошо, конечно, что я их с удара снесла, потому что как-то странно. Как-то необычно.
Медовый соты. Ну давайте соты сожрем. Так, а что там так много всего у всех было? Киброработница. Где? Где костер-то? А, вот он. Так, зажигаем. И так, а что мы можем из алхимии сделать? Вообще ничего. У нас не хватает никаких ингредиентов. Представляете? Печаль. Печаль. Так, чем мы не можем жажду битвы изучить? Так, давайте-ка силовой... Нет, групповой стиль прокачать, потому что групповой, походу, нам очень даже нужен. Так, что мы тут можем? Нокдаун 2. Достает только бою. С тремя противниками. Ну ладно, с тремя и с тремя. Так. Критический удар. Хорошо. Еще что можем выучить? Здесь ничего, да, не можем проучить. Так, силовой стиль. Давайте силовой прокачаем. Что у нас? Смертельный удар. Окей. Все, закончили. ХПшечку восстановили, кстати. Я и забыла, что медитация восстанавливает ХП. Я не поняла. Вы обалдели? А я только что прокачала какой там групповой удар. Так что вам капец, ребята. Как раз с тремя противниками. А, подожди, это кто такая? Кикимора воин. Подожди, Кикимора воин, ты обалдела? Еще и волки тут, вы обалдели? Что здесь за скопище противников? Давай бей их, ты чё? Мочи их! Это вот этого чувака нам надо убить же. Я и забыла совсем. Подожди-ка. Подожди, чувак, подожди. Блин, подожди. Давай поговорим спокойно. А чё с ним такая толпа-то носится, я не поняла. Чё, всё, убила? Да ладно, не может быть. Сохранимся. Блин, отстань! Ты чё, я не поняла. Чё здесь такая толпища? Вы обалдели? Фух, сохраниться надо. Мы убили этого большого волка, который, о котором нам ловчий-то говорил. Да, мы его убили же. Про него же он говорил? Или про кого? Ну да. Я должен представить трофей главному ловчему, что потребует своего вознаграждения. Ну точно. Про него он и говорил. Так. Что за книжка? Чего? Пиама, безумие, отчаяние, Филипп Варт. Монстры. Дагон. Ингредиенты. Слизь Дагона. Вы о чем? Так, ладно, чтобы съесть такого. Давайте соты сожрем. Ну офигеть тут, конечно, народище. Ну мы, видите, здесь прокачали этот групповой стиль. И нормально так убиваем. А вот эти вот кикиморы сильные довольно-таки. Да убей ты уже его. А то сейчас он нас убьет. Ой, нет, короче, уходим. А то нас сейчас грохнут, я прям чувствую. Там останки я хочу пособирать. Это мощняцкий он. Отстань. Чё б съесть? У меня есть ласточка. Кошка, белый мед, ива, эликсир, слезы жен, вьюнок. Ай, отстань. Да убьешь ты его сегодня уже, а? Сяй! Ну вас нафиг. Валим отсюда. Mm.
Ай, вали, вали, вали. Иди нафиг, отстань. Уйди, противный. Сейчас грохнет, прям чувствую. Что он какой-то неубиваемый, а? Ну не кажется? Мне кажется. И арт на него, смотрите, не действует. Может, игни подействует? И нафиг. Давайте игни. А, нет, не Квен. Ирден, игни. А чё он не умирает, я не пойму. Ну, конец-то. Живучий попался, а? Кто такой? Вроде бы как все эти. Так, блин, да, вон туда мне теперь. Кикиморы там эти достали. Работница-то фигня, они хиленькие. А вот эти вот... Как их там? Воины, воины сильные. Может, они и больше по размеру. Собирать тут надо всякие ингредиенты. Ай, зачем зажгла? А, восстановиться же мы можем. Чё я туплю-то? Давай, восстанавливайся. Чё ты не восстановился-то, я не поняла. Давай восстанавливайся, чувак. Давай часок помедитируем, раз такое дело. Вот, нормально, хп восстановили. Хп восстановили и сохранились. Сохранились. Ну сохранились же, или кто-то ко мне идет. Пиявка. А, останки пропали, смотрите. Ну и фиг с вами. Куда я шла-то? А, я шла к друидам, господи, боже мой. С ума с вами сойдешь. Я вообще хотела заканчивать серию. Добраться до друидов и закончить серию. А тут такая... Бой такой. Ну, к ловчему мы исходим за вознаграждением уже, когда, наверное... Когда? Не знаю, когда. Когда будем в Изиме, тогда исходим. А пока что мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Оставляем лайки. Оставляем комментарии. В общем, подписываемся на канал. Всем пока.